На стадионе «Спартак» дают старт республиканским соревнованиям среди работников Минэкономики. Глава ведомства Александр Червяков желает участникам высоких достижений и блистательных успехов. И добавляет, сплоченность коллектива важна не только на экономическом, но и на спортивном уровне. Не профессионалы, не специалисты, не спортсмены, а просто экономисты служб, регионов, министерств собрали для того, чтобы сразиться не на полях боя, да, а вот здесь, на спортивной площадке. Мини-футбол, волейбол, настольный теннис, дартс, плавание, легкая атлетика. На протяжении 3 дней участники испытывают свои силы в разных направлениях. В составы команд входят самые смелые, способные и активные представители организаций – 180 человек. Атмосфера на площадках пропитана здоровой конкуренцией, радостью общения и командным духом. Благодаря вот этим соревнованиям мы встречаемся здесь, общаемся с нашими коллегами и показываем те спортивные результаты, к которым стремимся на протяжении, наверное, вот этого года. Что помогает нам достигать наших результатов, это, наверное, любовь к спорту, вот, и, конечно же, стремление быть первыми, лучшими и показать себя с лучшей стороны. Участники признаются, они приехали не только поучаствовать, но и пообщаться и хорошо провести время. Кроме того, это прекрасный повод объединиться для решения любых, даже самых сложных задач в интересах экономики и страны. Вообще, участие в этой спартакиаде, это не только как бы спортивные показатели, но это новое знакомство, какие-то интересные встречи, которые, возможно, в дальнейшем, конечно, мы будем продолжать. Ехали в надежде не только на победу, но и на общение с коллегами, в первую очередь. Поближе познакомиться и увидеть друг друга. Здесь нету профессиональных спортсменов, но есть здесь люди, которые заряжены здоровым образом жизни и стремлением быть вместе и работать вместе. Спартакиада традиционно завершается награждением победителей. Лучшим коллективом медали, кубки и грамоты. Первое место занимает команда Могилевского региона. На втором и третьем – Брестская и Витебская области. Ольга Васенда, Елизавета Лепеева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.